Слушай и запоминай. Ты здесь все. Царица, Кас. Люди приходят и уходят, а ты здесь всегда. Сейчас эти муравьи выбирают, что им купить, а потом они стадом придут к тебе в очередь. Стоп! Здесь спешат все, кроме тебя. Нет! Вот видите, он ушел и ничего не купил. Ты на зарплате, тебе все равно, купил, не купил. Так, давай так, я в очередь, а ты быстро за конфетами. Пик-пик. И для души, пожалуйста. С Новым годом, с легким паром. А, это на подарок. Все равно с Новым годом. Спас 55, привет. Чего стоишь? Плати давай. Постоянно. Между прочим, я тебе в прошлый раз купила гречневую булочку. А? Да, ну. Ну и что, что одну? Мне что, за комнату твоей квартиры заплатить? А заплати. А то плюхаешься, как бегемот по 3 раза в день в моей ванной. Слышишь? Ты кого тут жена назвала? Между прочим, твои штаны на мне висят. Ты еще и мои штаны носишь, да? А курточка тебе моя? Знаешь, жмет. Груди тесновато. А ты вату оттуда вытащи, глядишь и застегни. Ну ты и дура! Сама дура! Вот я дура, что дружила с такой дурой, как ты и дура! Дура. Да это не этот шоколад, она его не любит. А последний покупатель получает нагреватель. Это у вас акция такая? Нет, внимание твое привлекаю. А, простите, пожалуйста, я просто жену жду. Он сказал, что ждет жену, нагреватель заберу. Подожди. Пакетик нужен? Нет, не нужен, спасибо. Подожди. А скидочная карточка у них есть? А у вас есть скидочная карточка? Нет, забыли. Подожди. Купон они собирают? А вот купоны собираете? Нет, не собираем, только это. Ну вот, 23:00. Вот дождался ты жену, никого не обслужил. Кассу закрываю я, к оливье сбегаю я. Вот это мужик.